Всем привет, с вами обзорщик. Давненько не снимал видео, и сегодня у меня для вас новый интересный проект. Называется он IMO Ecosystem. IMO расшифровывается как Initial Model Offering. Это новая модель привлечения инвестиционных средств для начинающих стартапов. Раньше было популярно ICO, сейчас популярно IEO. В будущем, возможно, будет популярна именно эта модель Initial Model Offering. Сейчас постараюсь объяснить вам простым языком, для чего создана эта экосистема и как она будет работать. IMO Ecosystem – это платформа для размещения частных инвестиционных средств и финансирования из этих средств различных стартапов. Стартапы же получают инвестиции по мере развития своего проекта. Инвестора могут вкладывать в проект на 3 месяца, 6 месяцев, год или даже больше. Инвестировали в какой-то проект, затем он работает эти 3 месяца, и по истечению этих 3 месяцев уже сама команда проекта, а также инвестора, они смотрят и принимают решение, инвестировать ли дальше в этот проект и давать ли им дополнительные инвестиции. Такая модель инвестиций в большей степени защищает средства инвесторов, а также помогает развиваться стартапам, которые действительно работают. Все проекты, которые попадают на эту платформу, они строго отбираются, проходят проверку и должны быть действительно качественными, потому что платформа защищает интересы инвесторов. В экосистеме IMO Ecology есть IMO Wallet, это кошелек, с помощью которого можно инвестировать, а также хранить свои активы, и биржа, на которой можно торговать. Оба этих решения уже запущены и работают, ими можно пользоваться. Чтобы зарегистрироваться в экосистеме IMO Ecology, нужно перейти вот по этой ссылке, ссылка будет в описании под видео. Здесь можно зарегистрироваться с помощью e-mail, либо же с помощью телефона, ввести свой никнейм, e-mail адрес, вводите пароль. Затем вам на почту приходит код подтверждения, вводите его и подтверждаете свою регистрацию. После этого вам откроется окно, на котором можно выбрать, откуда загрузить приложение. Это может быть веб-версия кошелька, может быть магазин Apple Store, либо Play Market, как у меня. Вот такое приложение IMO Wallet, я его уже установил, скачал и пользуюсь им. Что ж, вкратце познакомил вас с проектом IMO Ecosystem. В следующих видео расскажу подробнее, как здесь все устроено. Идея у проекта очень хорошая, мне нравится, и я считаю, что это действительно прекрасный способ инвестировать в стартапы. В этом видео у меня для вас все. С вами был обзорщик. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, оставляйте комментарии. Всем добра и веры в крипту!